Битва за место в общественном транспорте. Именно так можно описать ситуацию на некоторых остановках на проспекте Чулман. Желающие утром уехать в старую часть города уже несколько недель сталкиваются со сложностями. Пассажирам просто не хватает места в маршрутках. Доехать на большом автобусе шансы невелики. Слишком редко ездят нефазы. На остановку 31-й комплекс выехала съемочная группа «Челны-24». Я не на работу. Я в деревню опоздала. Я автобуса пропустила уже, 43-й. Места нету. Невозможно зайти. Теперь челнинцы, живущие на Чулмане, стараются пораньше выходить из дома. Все для того, чтобы не опоздать на работу или учебу. Отсюда до старой части города ездят микроавтобусы 42-го и 43-го маршрута и большой 11-й нефаз, который в последнее время по утрам появляется редко. Больших автобусов нет. Маленькие переполнены, некоторые вообще не останавливаются прямиком. Так что стоим. На прошлой неделе вообще я их не видела, честно говоря. А вот вчера минут 28-го был автобус большой. Невозможно залезть в «Газель». Очень много народу. С Раскольникова поднимаются, из Чулмана очень много. Едут на ГЭС. Автобусов нету. Если минут 15-8 выйти, да, без 15-8 не уедешь, пока не атакуешь автобуса. Только «Газели», красных автобусов нету. Летом были, сейчас студенты пошли, и так тесно. В тесноте да не в обиде пассажиры рады бы ездить, но бывают случаи, когда попасть в маршрутку не получается. Вчера была такая ситуация, что людям невозможно было уехать с остановки, с этой. Все «Газели» ехали полные, а красного автобуса не было. С 50-го комплекса мы на 43-м можем добраться вот до метро или на 42-м. Вот выходим отсюда, я не знаю, мы все пуговки, наверное, уже у нас полетели от пальто. Потому что до того забитый автобус, вот этот маршрут. Я опаздываю в колледж. Но если выйти чуть-чуть попозже, то все, уже не уедешь, скорее всего. На остановке электротехников соединяются маршруты всех четырех городских проспектов. Но чтобы дойти до нее, нужно преодолеть 1,5 километра. Поэтому многие пассажиры вынуждены ждать появления заветного 11-го маршрута до последнего. Согласно расписанию на сайте МУП «Электротранспорт», интервал между рейсами 11-го маршрута утром составляет 10 минут. Но на деле все иначе. Последний большой автобус выехал с остановки 31-й комплекс в 7 часов 8 минут. Сейчас на часах 7:40. В электротранспорте сегодняшний сбой в работе объяснили технической неисправностью одного из автобусов, в результате чего он был снят с рейса. Кроме того, сотрудники предприятия пообещали пересмотреть график общественного транспорта с учетом часов пик. По словам транспортников, почувствовать улучшение челнинцы должны уже на этой неделе. Ландыш Капранова, Ленар Мустафин, Челны-24.